Дорогие друзья, наш фонд, фонд помощи животным, дарящие надежды, одной из своих важнейших программ считает программу стерилизации, потому что именно стерилизация – это единственно гуманный способ сокращения численности бездомных животных. За 10 лет работы фонда, почти в те же 10 лет мы и стерилизуем бездомных животных. Программа наша работает давно. У нас очень много клиник-партнеров, через которых мы стерилизуем бездомных животных, кураторских, приютских. С июля 2011 года по май 2020 мы стерилизовали 3690 собак и 2652 кошки. Вдумайтесь, какие это огромные цифры. А если учесть, что одна бездомная собака и одна кошка рожают... То есть их потомство настолько велико, что за 3 года увеличивается в 10 раз количество животных, то есть от одной собаки и от одной кошки за 3 года появляется, не знаю, 50 собак и 50 кошек. Ну, я грубо говорю, но смысл в этом. Представляете, какое количество... К сожалению, никому не нужных животных мы спасли. То есть мы не даем им возможности мучиться, мы не даем им возможности умирать от болезней, от под колесами автомобилей, от рук жестоких людей. Мы не даем им возможность быть выброшенными, равнодушными, злыми людьми. Поэтому стерилизация, она необходима. Это наша ответственность перед теми животными, которые оказываются на улице по нашей с вами вине. Все, что, все вопросы, все проблемы, которые происходят с животными, это проблемы, которые создают человеческие руки. Да, человеческие, это все наша с вами забота, наша с вами проблема. Поэтому и решать нам. Фонд стерилизует в партнерских клиниках Москвы, Подмосковья. У нас есть проект «Выездная стерилизация». Это когда мы выезжаем в дальние районы Подмосковья, либо в другой регион, туда, где, откуда нет возможности людям привести животных на стерилизацию в Москву либо в крупный город. В прошлом году мы получили президентский грант, на который купили большую операционную на колесах. Это такой медицинский фургон, где наши врачи днем стерилизуют. Сразу отвечу на вопросы, а как же так? Вот вы стерилизовали в поле и выбросили? Конечно, нет. Обычно мы приезжаем в город либо в район и договариваемся с волонтерским сообществом, с группой, с приютом. И они уже готовят место, где животные, которых мы стерилизуем, будут передерживать все необходимые дни, сколько положено, да, по медицинским показаниям. И наши врачи постоянно с ними на связи, созваниваются ежедневно, поэтому животное на улицу, либо там куда, в привычную ему среду, будет выпущено только после прохождения карантина, да, необходимого после стерилизации. Расскажите немножко про детали самой программы. Как бы сказать, как в нее попасть, как в нее попадают люди, откуда они приходят, откуда приходят, ну, то бишь животные, как это работает и вот по какой схеме работает программа? Ну, попадают разными путями. Кому-то нас рекомендуют, кто-то, видимо, просто забивает в поисковике там стерилизации бездомных животных, кто-то, возможно, как-то изучает этот вопрос и там... Ну, мы одни из, да, которые этим занимаются. Никаких противопоказаний, да. Ирина, тут я уточню, программа работает только на стерилизацию бездомных животных, как гуманной. Нет, я как раз и хотела к этому перейти. Да. Да. Опять же, она доступна для очень многих. Начиная от тех животных, которые абсолютно безнадзорные, да, и у них есть, ну, так называемые кураторы, то есть люди, которые, ну, видят животное и принимают участие в их судьбах. Для малоимущих граждан. Сколько мы разгребли бабушкиных квартир и дедушкиных, это не сосчитать. Вот, и тоже это все абсолютно бесплатно. Бывает, что человек подобрал животное, ну, там, возможно, пролечил, там, возможно, там какие-то травмы были, оплачивал, деньги закончились, просит, помогите стерилизовать, там, у меня уже нет денег. И таким людям мы тоже не отказываем.
Если человек говорит, что я готов частично оплатить, или я могу оплатить по льготным ценам, мы, конечно, с радостью принимаем это предложение, потому что вы же понимаете, да, что лишних денег нет. Поэтому, в принципе, попасть может абсолютно любой человек. Что очень многие компании сейчас помогают фондам, это замечательно. Но интереснее помогать, если это массовые мероприятия, яркие, красивые, большое количество людей, праздник, праздник, праздник. Mm-hmm. Интереснее помогать, если это трогательная история про, простите, покалеченное животное. Да, вот мы видим это животное, оно покалечено, вот ему сейчас нужна помощь, вот сейчас нужно, там, нужны деньги, спасти его. И все понимают, для чего это делается. Но совершенно непонятно, как помогать в стерилизации, что это даст. Никто этого не понимает. Никто не понимает, что это работа на будущее. Да, это сейчас результата не будет, но он будет через там, 3-5 лет. Для того, чтобы сократилось количество бездомных животных, стерилизация должна проходить массово не один год. Последнюю рубашку с себя снимаем, там ночами не спим, стерилизуем. А сколько вот этих вот черных разведенцев нам подкидывают? Угу. Початый край. Поэтому, конечно, да, мы делаем и будем делать то, что мы можем, но хочется все-таки какого-то внятного отношения на уровне государства к вот этой вот деятельности. Допустим, смотрите, я сейчас кто-то с Волгодонска посмотрел на записи, пошел там вот к своим, кто занимается стерилизацией, и начал им рассказывать, что они все делают неправильно. Вот, ну, такого момента, наверное, не хотелось бы. Нет, я не говорю, что... Москвичи шикуют. Да, да. Тут просто на самом деле речь идет о конкретном враче и о конкретной клинике. Не единожды Ирина не даст соврать, сколько было случаев, когда использовали на бездомных животных некачественный шовный материал, швы воспалялись, гноились, приходилось кошку с того света стаскивать. Было ли такое? Особенно с собаками. Каким образом я могу об этом узнать и могу это понять до того, как все произошло? А никак. Никак. Так говорят, да. Вы можете спросить напрямую у врача, а чем вы зашивали шовный материал, какой использовали? Собакам нельзя использовать нерастворимый материал. Им надо использовать только растворимый материал, потому что у собак очень часто, вот через одного, лигатурные свищи. И приходится разрезать обратно, вынимать нитки. Это аллергическая реакция на нитки. Вынимаешь нитку, и все проходит. То есть используют дешевую, не рассасывающий материал, такой как шелк, ну и прочие там различные. Ну, экономят, просто. Да, экономят. А рассасывающийся материал, он считается дороговатым. И использовать его на бездомных животных, особенно когда цена за стерилизацию в 2-3 раза ниже рыночной, как бы, отдайте сэкономлю. Mm-hmm. Это все идет именно от врача. Если врачу хочется сделать так, как положено, если ему реально, он реально не ради денег это делает, а ради того, чтобы помочь бездомному животному, и понимает, что в дальнейшем это может очень тяжело для него закончиться, да, с нагноением швов на улице кошки, я не знаю, не выжить однозначно, то тогда... Ну, то есть я, простите, вот послушав нас сейчас, если я где-то вот не могу обратиться с помощью к фонду, то есть я просто такой чек-лист себе в голове сейчас делаю. Спросите. Во-первых, поговорить. Сказать, есть специфика, я делаю там, вот я приведу на операцию бездомное животное, да, оно побудет у меня до, да, побудет после, как вы будете делать там, вот, и, например, в такой ситуации, наверное же, можно вам написать, и если я что-то не понял, то можно, наверное, проконсультироваться, как вы к этому относитесь, как фонд? Да, хорошо, мы к этому относимся, мы всегда отвечаем. Призываю всех все-таки к ответственному отношению к тем животным, в чью судьбу вы вламываетесь, порой очень вероломно. Вот, то есть, если вы там решили кем-то заморочиться, пожалуйста, будьте ответственными до конца. Вот, а мы, собственно говоря, мы всегда здесь, мы всегда готовы помочь. И обращайтесь, пожалуйста, будем очень рады. Ну вот, чем сможем, тем поможем всегда. Прошу, не оставляйте нас без вашей помощи, без вашей поддержки нам, но, увы, никак не справиться. Я живу надеждами, что все у нас будет хорошо,
что вы со мной, что вы нас не бросите. И что с вашей помощью все собачки смогут простерилизоваться и прокастрироваться. Огромное вам спасибо. С большим искренним уважением к вам, Наталья.